Из 114 медалей турнира ЦФО староскольцы увезли 41. Первое общекомандное место для тренерского штаба еще ценнее то, что в олимпийской дисциплине прыжках на батуте впервые команда поднялась на вторую строчку. Могу сказать, что по батуту мы последние 2 года занимали 3-е место в команде. В этом году мы уже стали 2-е. Причем обошли достаточно серьезную и сильную команду Ивановской области. Вот, первые стали спортсмены Воронежа, 2-е мы, а 3-е Ивановская. Самой звездной участницей турнира стала Саша Бонарцева. Девочка входит в сборную России на этом турнире, и она заработала 5 медалей. 3 золота в личных соревнованиях и 2 в команде. Одну из медалей она выиграла вместе с Настей Рочевой. Синхронные прыжки на батуте технически очень сложны. Сложно это, что бывают иногда расходы и подстроиться под друг друга иногда бывает сложно. Ну а вот как обычно, Саша, вот допустим, ты подстраиваешься? Ну, я уже привыкла, потому что я прыгала с Таней Киншиной. Ну, я как бы привыкла, уже чувствую, мне легче построиться, чем Настя. Великолепно выступил в Воронеже и Вадим Алисов. Из своих 10 лет 7 в акробатике, у него 2 первых места и 1 второе. На любимом акробатическом снаряде, батуте, ему не было равных. Прыгаешь на сетке, на натянутой, и тебя она выталкивает все выше и выше. А вот Лера Таран, наоборот, специализируется исключительно на дорожке. Недочеты еще есть, но они не помешали завоевать золотую медаль. Ну, у меня, конечно, в первый день не все получилось. Я упала, прошла финал, ну и там собралась, прыгнула, заняла 1-е место. Прыжки на акробатической дорожке выиграл и Максим Рябиков. Последние 2 года он набрал обороты, и результат не заставил себя ждать. Конечно, ожидал, что займу 1-е место, потому что я шел к этому, готовился, поставил новую комбинацию. Ну а что же лидер команды Василий Макарский? Конечно же, без медали он не остался. Поставленную перед ним задачу, в принципе, выполнил. Однако комбинацию на батуте нужно дорабатывать. Я хотел заработать 2 золотых медали в прыжках на батуте и прыжках на мини-трампе. На мини-трампе получилось, на батуте тяжеловато еще. Сейчас отрабатывали новую комбинацию произвольную, вот тяжеловато пока дается. Впереди еще есть время перед стартом первенства России, а значит, и есть возможность отшлифовать все шероховатости в комбинации.